как поставить новую игольную пластину. Вот игольная пластина. Она вся разбита. Снимаем. Обратите внимание. Вот новая игольная пластина. Соответственно, нам нужно все вот эти вот пластиночки поставить, установить на вот эту пластину. Это первое. Второе. Мы ставим игольную пластину. Затягиваем. И обратите внимание, что мы видим. Смотрите. Игла у нас попадает прямо в игольную пластину. Также и сюда. Значит, для этой игольной пластины нужна дополнительная регулировка. Машинка никак не сможет работать вот так. Вот она просто фактически ломает иглу уже в самом начале. У нас иголка не попадает. Соответственно, просится так, чтобы отрегулировать рамку игловодителя. Но рамка игловодителя здесь не регулируется в этой машине. Соответственно, здесь должна регулироваться пластина сама. Снимаем пластину. И смотрим. Вот это вот две направляющие, на которых держится пластина, крепится одним винтом. Вот эти направляющие нам нужно сместить. Вот они, одна и вот вторая. Нам их нужно сместить и пластину подать на себя. Что мы делаем? Берем, откручиваем вот этот первый винт. Второй винт, это крепится наш палец установочный. Откручиваем первый винт. Совсем немного. Откручиваем, вот есть отверстие. Откручиваем здесь еще один винт. Буквально чуть-чуть. Меньше, чем четверть оборота. И вот этот винт, третий, также отпускаем. Вот, пошел. Теперь мы берем, ставим. И у нас теперь, видите, игольная пластина свободно двигается. Опускаем иголку в пластину и выставляем. Вот видите, какое у нас движение идет. Опускаем так, чтобы игла туда зашла хорошо, чтобы не одно острие было. И выбираем серединку. Вот так вот. Выбрали. Пластину не двигаем, аккуратно. Выводим иголочку из пластины и аккуратно снимаем нашу пластину так, чтобы наши пальцы не сдвинулись. Также берем, затягиваем. Подтягиваем винты слегка, так чтобы они чуть-чуть придавили у нас. И смотрим еще раз. Берем отверточку, пробуем иголку в эту сторону. Видите, игла движется. Вот мы поставили, смотрим. Игла у нас, зазор есть. И также делаем
вперед. Вот вперед есть больше. Можно немножечко постучать, чтобы подровнять. Ну вот, смотрите, игла немного отклонение идет вперед, и также отклонение назад. Все опять выводим, снимаем, и теперь хорошо затягиваем. Затянули одну, затянули вторую, затянули третий винт. И теперь смотрим наш установочный палец. Видите, его нужно отодвинуть чуть-чуть туда. У нас просто-напросто нет зазора между пальцем и сеткой. Отпускаем немного этот винт и вот так вот подаем сеточку. Отодвинули и затянули винт. Смотрим. У нас есть люфт для прохождения нитки. Все, затягиваем наши винты. Хорошо. Ставим пластину и закручиваем винтом. Все, вот ее положение, и мы теперь внимательно наблюдаем. Смотрите, игла влево, игла вправо. Смотрим, зазорчик хорошо. И назад также игла сдвигается. Также и в левой части. Опускаем дырочку вниз за игольную пластину. Также пробуем. Есть зазор. И на себя тоже зазор хороший. Все. Теперь мы точно определили. У нас игла идет по центру нашей игольной пластины. И если же где-то иголка чуть-чуть подогнулась или ушла в сторону, то она не попадет в игольную пластину. Ну, вот так вот было здесь, видите, все разбито. Все, мы этого добились. Теперь еще один момент. В прошлом видео я показывал. Обратите внимание на как попадает игла в нашу игольную пластину. Видите, правая сторона и левая сторона. Ну, они почти что одинаковые. Почти что одинаковые. В левой стороне расстояние чуть-чуть побольше. Ну, это вы можете устранить и отрегулировать смещение игловодителя вправо-влево. Теперь мы можем со старой игольной пластины перенести все наши нижние установки, пластины сюда на новую. Вооружаемся отверточкой и переносим. Берем, откручиваем вот этот. Обратите внимание, как эта часть у нас стоит. Она на 1 мм уходит влево. Значит, мы ее так и поставим. Ставим на эту. Отвертка у меня намагничена. Если нет, возьмите магнитик. Приложите для удобства.
эта пластина регулируется. У нас здесь продольные, видите, овалы. Ну, если на 1 мм, то она у нас уходит совсем влево. Сразу хорошо затягиваем. Вот там уже посмотрим по месту. Снимаем пластины. Эта пластина у нас для нашей крышки. Вот, обратите внимание, как она крепится. Открыли, и она у нас должна выскочить. Снимаем. Обратите внимание, здесь одна у нас четко становится, круглое отверстие, а здесь продолговатое. Ну, смещение все-таки доля миллиметр где-то есть у нас на смещение. Берем, переносим эту пластину сюда. Сильно не затягивайте. Посмотрим, как она у нас станет. Теперь переносим вторую пластину. Берем, снимаем. Смотрите аккуратно. Здесь внутри есть маленькая пружинка. А вот здесь вот есть выступ такой. Вот, он удерживает нашу пружину. Ставим. И ставим нашу пластинку. Немножечко пружинку поддавили, чтобы попасть в отверстие винтом. И также ставим вторую, тоже немножко придавили пластиночку, вот так вот подтянули. Все, старую пластину в утиль, сюда пробуем. Закрылась. Открылось. Все нормально. Затягиваем, берем наши винты. Хорошо затягиваем. И устанавливаем пластину на нашу машинку. Установил пластину. Пробуем. Защелочка наша открывается. Крышечка снимается. Ставим. Все нормально. Крутим шкив. Нигде ничто не цепляет. Все идет плавно. В обратную сторону тоже идет все хорошо. Ставим на зигзаг. Я подрегулировал смещение иглы. Теперь обратите внимание, у нас игла заходит четко в левую сторону и также в правую. Расстояние одинаковое. Как регулируется смещение игловодителя, смотрите в моих предыдущих видео.